Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду готовить салат из куриных желудков. Что нам понадобится? 800 до кило куриных желудков, 2 луковицы или одна большая, 4-5 столовых ложки соевого соуса, 100 мл растительного масла, 1/2 чайной ложки сахарной пудры, 2 столовые ложки уксуса 9%, 0,5 чайной ложки молотого чили и 1 чайная ложка кориандра. И еще нам, естественно, понадобится готовая уже корейская морковка. Я буду использовать уже свою. То есть там ее буквально немного, то есть 150-200 грамм. Что мы делаем? Пупки промываем, очищаем, варим. Все в зависимости от ваших пупков. Кто-то варит 15 минут, кто-то будет варить 2 часа, кто-то 40 минут. Все в зависимости, обратно еще и молодые это пупки или нет. Дальше мы их нарезаем. Я их нарезала колечками. Можно соломкой, это не принципиально. Лучок полукольцами. Беру я емкость, которая мне будет все удобно делать. Смешиваю я пупочки вместе со своим луком. И сюда же я буду добавлять 1,5 чайной ложки сахарной пудры. И перемешиваем. Перемешали и отставляем. Затем мы берем кастрюльку. Я буду брать свою. Она очень быстро нагревается. В нее я добавляю 100 мл растительного масла. Чайную ложку кориандра я сюда добавляю. Добавляем наше масло и красный перчик. И чтоб забурлело. Мое масло нагрелось. Теперь я его переливаю к содержимому. Вот так все забурлело, заскворчало. Затем мы сюда будем добавлять остальные оставшиеся ингредиенты. Значит, берем соевый соус, добавляем. И уксус. И тщательно все это теперь перемешиваем. Добавляем корейской морковочки. И
И все теперь это тщательно перемешиваем. Перемешали все, пробуем на вкус. И если вас все устраивает, под крышечку и в холодильник. Чем дольше стоит, тем насыщеннее будет. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Пока-пока.